У меня на лацкане попугай ручной работы. Он сделан из фетра. И я нашел его в Угличе, где я недавно побывал вместе с моими ученицами на корабле «Волга-Дрим». По этому поводу я хочу продекламировать вам незамысловатую скороговорку из арсенала тех, которые изучают в театральных институтах, например, в школе МХАТ. Говорит попугай попугаю. «Попугай, я тебя попугаю!» Отвечает ему попугай. «Попугай меня, попугай!»